ITN Distribution. Jagged Edge Productions. Это здесь? Здорово. Вроде здесь. Парень с границы прав. Тут отлично. Ты сразу обо всем забудешь, Лин. Эй, здесь не место грусти. Забудь его. Не могу. Можешь, зайка. Да, ситуация дерьмо, но свежий воздух поможет. Да, ты права. Дерьмоация. Именно. Давай, берем экипировку и вниз. Ты взяла его хрень, чтобы сжечь? Да. Все здесь. Немного. Это самые ценные вещи Кайла. Кайл. Эй, нет. Забудь о свадьбе и о нем тоже. Я вообще не хочу слышать его имя. Это поможет. Давай. Ты сучка. Лучше? Немного. Доставай хрень и вперед. Сейчас я только сестре звякну, что все в порядке. Скорее, день кончается. Сестра, это я. Звоню сказать, что все в порядке. Я послала тебе свой адрес на случай, если нужно будет связаться. В общем, все хорошо. Просто нужно слегка продышаться. Не волнуйся. Я еще позвоню, ладно? Это Кайл. Дай сюда. Нет, погоди. Нет, хватит. Мы не будем слушать всякую чушь. Вдруг что-то важное. Что у него может быть важного? Он свой шанс упустил. Он не выбрал тебя. Зачем его слушать? Это мой телефон. Ты моя подруга без телефона. Мой туда же, ясно? А если что-нибудь случится? Это недолго. Вернемся до темноты. Лин, все выходные никаких кислых лиц. Займемся йогой, поедим фруктов, затем сожжем все его вещи и очистимся от плохой энергии. И выпьем. И выпьем. Давай, вперед. Thank you.
Давай, сфоткай. А как? Ты же забрала телефоны. А, да. Ладно. Смотри, красота. Боже, все в порядке? Не хочу смотреть. Говори со мной. Там кровь. О, господи, ужас. Я вступила в какую-то слизь. Слизь? Я думала, ты ногу сломала. Я не умею фиксировать кости при переломах. Кроссовку испортила этой грязью. Что это? Но это не грязь. Да, желтая. Странный звук. Да, похоже, птица. Ладно, пошли отсюда. Пошли. О, боже, нет. Давай. Это не просто птица. Давай, бежим, бежим. Давай. Ну что там еще? Нога! Больно! Цела твоя нога! Вставай, прошу! Нога! Слушай, все в порядке! Вставай, прошу! Быстрее! Давай, вставай! Пойдем, прошу! Ты помнишь те завтраки? Из шоколада. С кучей пищевых добавок. Прекрасно. А теперь они на вкус, как картон без калорий. Но с медом мне нравится. Они как картон с медом. Потому что ты куришь. Вкусовые рецепторы умерли, а ты винишь индустрию. Я курю по одной утром и вечером. Ерунда. Ладно, как скажешь. Подеремся? О, да. Мы на парковке. Это будущая художница. Отвали, сучка. Ну, что там? Сестра. 4 дня не звонит. Моя не звонит 4 месяца. Это другое. Мы с сестрой очень близки. У нее отменилась свадьба, и они с Саски решили устроить себе медовый месяц. Пошли в поход в какую-то глушь. Может, там нет связи? Позвонит позже. Нет, я специально просила ее звонить мне каждый день. Ну, один день, ладно, забыла. Но 2, допустим, ей весело.
Три дня она что-то обиделась. Но четыре — это... Согласна. Странно. Странно, странно. Вот ее последнее сообщение. Это я. Звоню сказать, что все хорошо. Я тебе послала свой адрес, если нужно будет связаться. У меня все хорошо. Просто нужно продышаться. Не волнуйся, я еще позвоню. И четыре дня тишины. А вот то, что загрузила Саския. Может, она встретила крутого парня и сбежала в леса? Скорее, ее заперли в подвале. Люси. Кто знает, что творится в этих маленьких деревнях на самом краю цивилизации. А ты пыталась позвонить в гостиницу? Да. Ничего. Сказали, что они уехали. Трудно поверить. Они бронировали на неделю. Ну, я бы в такое место с молодым мужем не поехала. Но каждому свое. А полиция? Звоню каждый день, но они ничего не делают. Так. Телефон. Что ты задумала? Я включу очаровательную Люси, и они поднимут задницы. Нет. Я включу громкую связь, и ты сама все услышишь. Да, давай. Ладно. Полиция Мидленда, Марк слушает. Привет, это Дейдре. Слушайте, мисс, мы делаем все возможное. Наберитесь терпения. Территория большая, сотрудников мало. У вас есть вертолет? С ним удобнее искать. Кто это? Так, никто. Телевизор. Телефон есть. Если что выясним, дадим знать. Погодите. Вот козел вонючий. Я сама ее найду. Может, она сейчас просто нежится где-то в ванне. Все хорошо. Нужна машина. О, нет, я не дам. Брось, Люси. Я посмотрю, далеко ли это. 3,5 часа езды. Я не поеду к черту на куличики. Я могу сесть за руль. У меня задание. Бери с собой. Мы должны найти сестру Ди. К вечеру вернемся. По дороге сделаешь. Ладно. Только провизия с вас. И бензин. Спасибо. Вы куда-то собрались? Да. Отличная мысль. Так, ладно, я беру помаду, беру серьги и... Стойте, стойте, стойте! Я сейчас. Сейчас. Вот. Теплое, удобное. Пойдет дождь. Есть капюшон. О, боже. Класс. Кто ее пригласил? Перестань. Она учится на врача.
Она странная. Помнишь, что она выкинула в прошлом году? Да, она странноватая. Но знает эти края. Из нее получится отличный проводник. Да, странная. Вообще как мужик. Заткнись, Люси. Ну, через полтора часа приедем на кордон. О, спасибо, Google карты. Давай по спутнику, как последние 2 часа. Люси. Ладно, пускай. Все равно хамство. Я привыкла. Прямо как питон, черт. Залезай мне между ног. И забавно, и страшно. Карла, мы едем. Ладно, я уже иду. Как жилье Бубы Сойера. Кордон, ночной полет. Есть кто-нибудь? Пятеро? Нет, мы проездом. Я Дейдри. У вас остановилась моя сестра, Лин. Вы звонили? Да. И мне ответили, что она выехала. Но она бронировала номер на неделю. Да, это я ответил. Лин? Да. Лин и Кайл? Да, только Кайл не приехал. Они планировали медовый месяц. В общем, сестра приехала с подругой Саскией. Они еще здесь? Нет, они уехали 3 дня назад. Помните, когда именно? Тут многие проезжают. Всех не упомнишь. Но вы помните, что они были здесь? Повторяю, тут многие ездят. Слушайте, она ведь не спрашивает, похитили вы их или нет. Люси. Остановились 2 девушки, а вы не помните? Да, девушек помню. Шумные. Повторяю, они уехали 3 дня назад. Где полиция? Мили 2 туда. Ладно, спасибо. Поехали, девочки.
Черт! Вот фотография. Пропала неделю назад? Я сказала, 4 дня. Меньше недели? Может, она не пропала? Сюда часто приезжают. Гуляются в лесу и приходят назад. Она не такая. Я знаю свою сестру. Она не станет. У вас должна быть спасательная команда, верно? Правильно. Что ж, скажу все как есть. Нас трое на весь участок. Один находится в длительном отпуске, так что кадров очень не хватает. Ясно, но неубедительно. Если здесь постоянно пропадают люди, то вы должны с этим бороться. Вы — полиция. Простите, больше ничем помочь не могу. Когда пройдет неделя, вы сможете заполнить официальное заявление. То есть еще 3 дня вы будете бездействовать? Ну, мы делаем все, что можем. Ничего вы не делаете. Для нас это пока не приоритет. Это собачья чушь. А вдруг они получили травмы? Или хуже? Сюда часто приезжают люди из города. Тут тихо, пустынно. Все возвращаются. Всегда? Почти. Ладно, Карла, пошли. Зря время тратим. Мы сами ее найдем, да? Если с моей сестрой что-нибудь случится, я буду винить в этом лично вас. Ничего не вышло. Что? Будут ждать неделю. Чушь, я поговорю. Нет. Зачем это? Мы сами ее найдем. Так, я на это не подписывалась. Я бы лучше осталась дома. А у меня еще задание. Ладно. Тогда оставайтесь здесь. А мы с Бетси и Карлой сами ее найдем. Это долго, а скоро стемнеет. Переночуем. А завтра вместе будем ее искать. Территория не очень большая. По-моему, большая. Ясно. Ищем иголку в стогу сена. Я должна найти сестру. Ладно, где спать? Пятером в машине? Можно на кордоне. В этой дыре? Нет. Видели, как этот козел на нас смотрел? Тогда уезжайте. Мы доберемся домой. Ладно, Ди, мы останемся. Будем искать вместе. Да. Люси, я тебе помогу с заданием. Просто не хочется спать в грязи. Мне тоже, но нужно помочь, Ди. Смотри, вот здесь вроде ничего. Правда? Душ просто отстой. За мной, похоже, подсматривали.
Еще бы. У этого козла там дырочка проделана. Фу, гадость. Пожалуй, я принимать душ не буду. Увижу, пристукну. Ладно. Точно. Дашь ногой по яйцам, и он умрет от шока. Так и будет. Когда мы двинемся? Рано утром. Ставлю будильник на 6. 6? Тихо. Нам ведь нужно использовать световой день. Понятно, но 6. Я не люблю ночь. Спокойно. Сможешь поспать в машине. А я потом сяду за руль. Ладно. Только не забудьте разбудить. Я встаю поздно. Ладно. Давайте хоть немного поспим. Завтра, похоже, будет долгий день. Ладно, почти готово. Нужно доделать работу. Хорошо, но не до утра. Смотри. Уехали. Нет, пятеро. Да, туда же. Обязательно? Да, но... Это неправильно. Нет. 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 Гадкий вкус во рту. И еще воняет. Я щетку забыла. Дашь свою? Ну, нет. Вот, вот! Вот оно. Вот здесь Саския сделала снимки. Следы шин. Здесь они остановились. Да. А где машина? Не знаю. Они здесь были. Точно. А вот куда потом пошли? Может, доделали, что хотели, и поехали дальше? Я пойду туда. Может, она пошла погулять, а Саския уехала? Там лес без края. Пойдем цепью. Да?
Вы с нами? Вообще-то я вовсе не собиралась гулять по лесам. И ночевать в дерьме тоже. Мне противно. Спина болит от этого страшно мягкого матраса. Ты нормально дышишь? У меня легкие болят. Не так я хотела провести выходные. Не сдам задание, останусь на второй год. Я и так вся в хвостах. В моем-то возрасте снова стать студенткой. Учишься на художника? Я думала, там проще. А тут изучай скандинавское искусство, Синди. Это серьезно. Я учусь по второму разу, но от этого мне не легче. Да, но я хотела изучать Ренессанс, рококо, все такое. Да. Это кровь? Похоже. Чья? Что это значит? Вещь Лин? Нет, вряд ли. Крови немного, но кровь. Это все не так уж страшно. Может, носом пошла? Почему она здесь? Может, на футболку попала. Потом нет стирать. Плохо дело. Не волнуйтесь, ничего страшного. Капелька крови. Много плохо, капелька нет. Мне это не нравится. Мы идем дальше, да? Нет. Я пойду к машине. Что? Я устала. Голова болит, связи нет, нужно сдать задание. Ну и катись! Все равно ты все время только хнычешь. А это мешает. У меня сестра пропала, и я должна ее найти. Ты обуза. Иди и жди в машине. Вот как. Прости, что у меня свои дела. Слушайте, да, ситуация хреновая. Но так мы ничего не добьемся. Не нужно скандалов. Нам еще 2 года жить вместе. Давайте мы с Люси вернемся к машине. Вдруг встретим Лин. Будем жить долго и счастливо. Хорошая мысль. Разделимся, сможем осмотреть больше территории. Только не выключайте свои телефоны. Ладно? Мы идем. Сюда. Нет, лучше вон туда, кажется. Ладно, ты сестру знаешь. Давай, веди. Дождь пошел, а шляпы нет. Боже, как скучно. Надо было взять у Ди ключи, и музыку бы послушали. Черт, скорее бы все это закончилось. У нас весь день впереди. О, черт. Хочу писать. Иди в кусты. Спасибо, капитан Очевидность. У нас под машиной уж точно нет портативного туалета. Иди. Ты еще там? Тебе ручку подать? Нет, сама справлюсь. Я не хочу, чтобы ты меня толкнула. Я тогда себе ноги описываю. Зачем мне это? Ну, не знаю, просто так. Салфетки есть? Мне что, тебя еще и подтереть, Люси? Я их видела в машине, принеси. Чтоб тебя. Что там? Что? Что-то на дереве. Вон там. Брось, Синди, не шути.
Я не шучу, там что-то есть. Где? Там. Это... Черт. Боже, сматываемся. Давай, быстро! Эй, глядите! Боже, это ее, Лин! 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 Что это? Что это? Не знаю. Я таких яиц не видела. Это яйца? Точно. Ты не видишь? Нет, не трогайте. Мы не знаем, что это. Нужно выяснить. Может, будет новое открытие. Ну, какие тут могут быть открытия? Это наверняка яйцо... Ну, страуса, кажется. Вовсе не страуса. Или крупной ящерицы. Нужно выяснить, взять его с собой, изучить. Не трогай его, оставь там. Мы ищем мою сестру, верно? Ладно. Что это за хрень? Синди, бежим! Спокойно. Слава богу, эти твари утащили мою подругу. Тихо, спокойно. Дышите. Так, что происходит? Эти твари убили мою подругу. Слушайте, идем в машину и разберемся. Ладно? Идем. Тихо, спокойно. Да, верно. Одна со мной. Не знаю, где-то в лесу. Да, она одна. Я не знаю. Ладно, сейчас я ее привезу, и там решим, что делать. Не надо было бегать. Тогда всем было бы гораздо проще. Что это? Не знаю. Может, Синди кричит? Нет, не похоже. Что это за звук? Не знаю. Я такого раньше не слышала. Нам надо уходить. А моя сестра? Ее здесь нет. Давай идем помогать Синди. О, боже! Нам надо идти, живо. Вперед! Да. Ладно, иду.
Эй, это что? Это летающий динозавр. Птеродактиль? Да, их так называют. Нет, не может быть. Они так выглядят. Она знает. Да, только это глупости. Они вымерли. Взяла. Хочу его изучить. Если это яйцо птеродактиля, я напишу диссертацию. Вот они за нами и увязались. О, нет. Нужно идти к машине. Быстро. Я все понимаю, Ди, ты хочешь найти сестру. Но нужно уйти, пока нас не догнали. А это нужно вернуть. Пока оно при нас, мы мишени. Слышишь? Ладно. Ладно. Ты что делаешь? Спасибо за помощь. Что ты делаешь? А на что похоже? Передай ленту. Я не согласен. Заткнись и передай ленту, пока она не очнулась. Мне это не нравится. Ты жрец Виверна в том. Работай. Вот как? Ну это... Слушай, еще раз скажешь, что так нельзя. Клянусь, я скормлю тебя им, понял? Остальные... мертвы? Думаю, скоро будут, если живы. А что будет с ней? Принесем в жертву Виверну. А это обязательно? Что? Думаешь, отпустим ее, а она вернется домой и сделает вид, что ничего не случилось? Не тупи. Нет. Отсюда есть только одна дорога. Эй, стой! Ты не выберешься. Твоя участь уже решена. Я пошел. Проверю, что все сдохли. Следи за ней. Что? Нет, я не могу. Я не прошу играть с ней в шахматы. Просто следи, чтобы не сбежала. И долго? Я скоро вернусь. Только рот ей не освобождай. А если кто-нибудь приедет? Я запру входную дверь. Сейчас поблизости никого нет. Дай мне ключи от машины. Дура. Нет. Я быстро бегаю, а это и нужно. Пригнусь, меня не поймают. Туда где-то полкилометра дойду. Дай ключи от машины. Нет, это невозможно. Там открытая местность. Кто знает, сколько их там летает, Бетти. Но ведь нам нужна помощь. Дай ключи. Удачи мне. Плохая идея. Thank you.
Я слышала выстрел. Думаешь, Бетси цела? Это какой-то бред. Что будем делать? Не знаю. Нужно выбираться. Уже темнеет, а я вовсе не хочу сидеть здесь в темноте. Пойдем на кордон. Спокойно. Сядь. Знаешь, в книге, где записалась Лин, что-то не так. И этот тип точно в этом замешан. Я только сейчас поняла. Здесь пропадают люди. А он это покрывает, точно. Надо сообщить в полицию. Местные копы нам точно не помогут. Надо пробовать. Ты его видела? Он никакой. Нет, тут что-то не так. Думаю, Лин пропала не случайно. Думаешь, люди пропадают из-за них? Возможно. Я хочу вернуться домой. Куда пойдем? Не знаю. Так. Если мы пойдем в сторону от них, может, куда-нибудь попадем и найдем людей? Здесь точно есть кто-то еще. Мне все это не нравится. Других мыслей нет. Нет, не могу снять. Ладно, ладно. Закричишь, снова надену. Лучше? Слушай, я не понимаю, что происходит, но прошу, перестань. Не проси. Я ненавижу, когда просят. За что? Почему я и мы? А почему все? Так вышло. Так должно быть. Мы хранители вивернов. Хранители чего? Вивернов. Драконов. Драконов? Вот этих? Я не спец, но это не драконы. Да, драконы. Они появились до нас и останутся после нас. Нет. Я тебя разочарую. Здесь ты не прав. Это не драконы. Кто тебе сказал такую хрень, малыш? Снова рот заклеить? Нет, не надо. Если не драконы, то кто? Похоже на динозавров. Динозавров? Это просто бред. Да, а драконы не бред? Динозавры вымерли. А драконы, значит, нет.
Сейчас. Сейчас. Я сейчас поищу в телефоне. Крылатые динозавры. Вот. Гляди. Что это значит? Не знаю. Стой! Стой! Давай! Отдохнем немножко. Нет, нужно двигаться. Ну, хоть немножко. Здесь ведь безопасно. Нельзя останавливаться. Но я устала. Это... Двигайся. Бежим! Эй, погоди, погоди! Что ты делаешь, Карла? Хочу с ним поговорить. Ты что, спятила? Тихо, тихо. Тебе нужно это? Я тебе его верну. Ладно? Положу вот сюда. Положу вот сюда. Ты хорошая птичка. Хорошая птичка. Видишь? Мы вернули ей ее маленького. Карла! Нет! Нет, все хорошо. О, нет! Нет! Бежим! Еще одно меньше. Чертов троглодит! Не отвечай. Так будет лучше. Это надо прекратить. Ты понимаешь? Я понимаю. Черт! Вперед!
Я рада тебя видеть. Все хорошо. Я с тобой, видишь? Было так страшно. Я знаю. Знаю. Как ты выжила так долго? Пришлось учиться. Быстро учиться. Изучать их поведение. Когда приносить пищу. Когда убивать. Ты молодец. Что бы было, если бы ты меня не нашла? Почему не сбежала? Я не могла. Эти двое следили за мной. Парень с Кордона? Этот парень и полицейский. Я знала, что они преступники. Да, они приезжают к лесу, держат нас здесь и скармливают им. О, Боже. Один в больнице. Правда? Да, просто повезло. Они и сюда приходят. Но редко. Видимо, ищут выживших. Я их подстерегла. Они этого не ожидали. А я оттянулась. Не знаю, что сказать. Мы ведь уже не те женщины, какими были. Кто они? Их называют драконами или какими-то вивернами. А кормят драконов Орден Хранителей. Нет, это секта. Они считают, что если кормить этих тварей и охранять, они здесь и останутся. Не знаю, что им важно, проявлять власть или спасать других. Но это же динозавры. Динозавры, драконы, они якобы вымерли, а мы влипли. Дерьмо отца в духе этого нового мира. Да, да, ты права, неважно, кто они. Ты знаешь, сколько их? Больше, чем ты думаешь. Один огромный, огромный. Я его видела лишь раз. Это самка, типа их матки. А остальные трутни. И их сотни. Боже. Ладно. Нужно выбираться отсюда. Верно. Но как? Выхода нет. Сестра. Не знаю, тебе тут, может, и нравится. А мне нужно домой, в душ и в магазин. Отсюда не выбраться. Я уходила вон туда. Никаких признаков цивилизации. А здесь, на Кордон, лишь одна дорога. Как знать, кто еще в секте? У них оружие. Понимаешь? Ну, мы попробуем. Как-никак, нас теперь двое. Мы с ними разберемся. Придумаем. Может, мы вернемся на Кордон, там дождемся новых туристов и угоним их машину. Думаешь? Ладно, ладно. Кстати, далеко до дороги? 15 минут туда. 15 минут? Вряд ли кто-нибудь будет здесь ошиваться. У них проходит сборище. Никто не прожил столько, чтобы найти это место. Ладно, тогда пошли.
Идем. Одна из твоих. Да. Это Люси. Почему она с парнем с Кордона? Не знаю. Скажи, они могли ее обратить, Ди? Нет. Я так не думаю. У Люси есть мозги. Может, она просто блефует, чтобы не пойти на корм тварям? Что делать? Подождем. Последим за ними. Знаешь что? Когда у них сборище на опушке леса, именно этот не хочет делать то, что они ему говорят. Может, она его образумила. Будем надеяться. Ладно, идем вслед за ними. Ты нас не знаешь. Ты недооцениваешь вывернов. Их здесь сотни. Мы студентки, но неплохо обучены выживанию. Идем. Я одна не пойду. Ты хочешь оправдаться? Да. Ладно. Уже скоро. Том! Оставь его! Люси! О, боже, Ди! Господи, как я рада! Стой! Это я! Меня похитили, потом отпустили. Потом объясню. Он теперь со мной. Этот кусок дерьма. Да. Меня похитили, а он отпустил. Я потом объясню. Сейчас нам надо выбираться. Ладно. Что вы задумали? Думаешь, мы решили сбежать? Ясно. Больше никто не спасся. Я видела, как они сожрали Синди. Ты, видимо, Лин. Я Люси. Ты похожа на Ньют из «Чужих». Спасибо. Да, это комплимент. И ты молодец, что сумела здесь выжить. Мы еще не спаслись. Так, мы как бы прыгаем с самолета без парашютов. На Кордоне есть улики. У Марка в кабинете книга, которую можно использовать. А яйцо матки – это способ подчинить вивернов. Яйцо матки? Да. Они подчиняются только ему. Марк – глава вашей секты? Да. Но это не секта. Мы хранители вивернов. Из рода жрецов и привратников, которые сохраняют гнезда вивернов. А если они улетят? Расселятся по всей стране. И... всех уничтожит. Я вижу ситуацию в новом свете. Они им людей скармливают. Да, знаю, но если они распространятся по стране... И чего ты хочешь? Заняться новым бизнесом? Скармливать бомжей и инвалидов? Я не о том. Подумай, если они всех сожрут, то тогда мы сами вымрем. А если мы пойдем в полицию с уликами, тогда они введут карантин, решат проблему. Ты им веришь?
Властям я верю больше, чем этим придуркам. Так, стоп. Хватит спорить. Приехали. Ясно. Снова пора выходить. А если Марк здесь? Вряд ли. Мы угнали его машину. Теперь он организует поиски. А почему шепотом? Просто так. Ладно, мой кабинет там. А я пойду в кабинет Марка. Нет, я с тобой. Я все еще тебе не доверяю. Понимаю. Эй, ты уверена? А вдруг опять потеряешься? Вряд ли. Я самостоятельная. Ясно. Книга хранителей. Она здесь. Помоги найти. Где она? Где она? Что это? Положи. Нет, нет, заберем. Как и все улики. Нет, нет, нет. Это брать нельзя. Да? Интересно, почему? Зачем оно тебе? Нет. Это единственное, чему подчиняются виверны. Положи яйцо. Живо. Яйцо? Черт! Черт, Том! Прости меня! Том! 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 Что ты натворила? Том! О, Боже! Что ты сделала? Том! Прости меня! Какого хрена? Выстрел! Выстрел! Я случайно выстрелила в Тома! Несчастный случай! Ему нужно в больницу. Времени мало. Теперь их ничто не остановит. Черт! Не нравится мне этот звук. Что делать? Не знаю. Книга. Книга хранителей. И что с ней? Нужно найти. Простите. Простите за все. Том, не умирай. Не умирай. Я нашла ее. Уходим. Нельзя. Эти твари теперь разлетятся. В этой книге должно быть сказано, как их остановить. Есть это. Ты умеешь стрелять? По телевизору показывали. Это просто. Идем. Давай, Люси. Слушай, пойми, нам его уже не спасти. Ему конец. Давай, пошли быстрее. Люси, он погиб, чтобы ты жила. Прошу, ради бога, надо идти, Люси. Прошу, идем. Люси! Идем, пора! Ключи.
Ди, помоги, давай! Боже, боже, кошмар! Что будем делать? Кажется, я поняла. Так, давай, пошли, пошли. Что дальше? Чего боятся животные? Браконьеров? Нет, огня. Ты хочешь отмахиваться от них спичками? Нет. Я знаю. Давай. Это должно помочь. Нужна зажигалка. Я знаю, где ее искать. Я сейчас. Где вы все? Я найду вас. Вот вы где. Черт! Не спеши. Не только виверны любят развлечься. Тупая сучка. Вы будете визжать для меня. Мне очень понравится. Черт! Стой! Не то я тебя продырявлю. И сколько у тебя патронов? Хватит, чтобы меня убить. Сделаешь один шаг вперед, и сам узнаешь. Ты молодец. И я был таким. Я такой не была. Мы одинаковые. Просто мы все хотим выжить. Ты монстр! Я не монстр. Монстры вон там. Thank you.
Что мы скажем? Мы ничего не скажем. Кто знает, где они теперь? Прости, что я втравила тебя в это. Все правильно. Эту секту нужно было разрушить. Марк! Его надо было остановить. Мы просто не знали, как это сделать без крови. Думаю, я зря разбила яйцо. Это не важно. Все мертвы. Кроме нас. Надеюсь, еще не поздно. Птеродактиль. Режиссер Софи Сторм Кей. Автор сценария Крейг МакЛири. Продюсеры Скотт Джеффри и Рис Уотерфилд. В ролях: Даниэль Скотт, Сара Александра Маркс, Челси Гринвуд, София Лейси, Сара Коэн, Мэй Келли, Криси Вунна, Роб Киртли, Даррел Крикс и другие. Композитор: Джеймс Александр Кокс.